Позади кропотливая работа, подготовка, открытые уроки, круглые столы и мастер-классы. Первыми по своей программе профессионального мастерства соревновались работники дошкольных образовательных организаций Ленинско-Кузнецкого. Для них прошел традиционный конкурс «Лесенка успеха». Затем в борьбу вступили учителям, которые представили свой опыт работы и новые педагогические идеи и практики. Спасибо большое всем за смелость, потому что принимать участие в конкурсе, начиная с городского уровня, это всегда очень смелое решение, потому что все понимают, что впереди их ждет кропотливая, плодотворная работа. Это большая смелость и большая ответственность. Спасибо вам большое. Победителем муниципального этапа конкурса «Лесенка успеха» стала Юлия Кравченко, учитель-логопед детского сада номер 42. Талантливый молодой педагог дошкольного образовательного учреждения посвящает себя работе с детьми. Обучает правильному звукопроизношению, развитию речевого дыхания. На конкурс конкурсантка представила проект «Как можно организовать работу логопеда в новом формате». Я, как учитель-логопед, показала, как можно организовывать работу дистанционно. Так как учителю-логопеду это очень сложно, потому что при занятиях с детьми должен быть визуальный, тактильный контакт. Поэтому считаю, что моя тема была изюминкой, потому что не каждый педагог может реализовать эту форму работы. Несомненно, рада. Хочу сказать, что большая работа проделана детским садом. Без них я бы одна не справилась. Это большой опыт, это, во-первых, профессиональный рост. Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года России 2022» стала Анастасия Стаценко, учитель математики гимназии номер 18. В ходе конкурсных испытаний она провела мастер-класс «Родительская поддержка – залог успешности ребенка в будущем». Для восьмиклассников гимназии номер 12 Анастасия провела учебное занятие по теме «Свойства степени с целым показателем». На торжественном мероприятии также присутствовали руководители образовательных организаций, члены детского жюри, спонсоры из числа предпринимателей и руководителей предприятий города. Всем участникам вручили подарки. Я безумно рада, что стала победителем конкурса «Учитель года». Незабываемое ощущение и колоссальная школа жизни. Выражаю слова признательности организаторам конкурса, спонсорам конкурса и, конечно, членам жюри за их советы. Хотела бы поблагодарить всех участников, коллег-конкурсантов за дружеское отношение друг другу, за то, что делились своим профессиональным мастерством в течение всех конкурсных испытаний. Впереди у победителей муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Лесенка успеха» большая работа и очень активная подготовка. Анастасия Стаценко и Юлии Кравченко предстоит защищать честь Ленинска-Кузнецкого на областном уровне. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.